Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это целый набор посуды под названием «Уральская коллекция». Кстати, похожий комплект у нас был, но сегодня мы представляем вам новинку, потому что впервые в набор мы добавили ковш, который подходит для выпекания куличей в духовке. Целый набор, который состоит из 4 предметов плюс 2 крышки в подарок. А серый цвет? Также у нас есть очень интересный рубиновый оттенок, который напоминает мне цвет любви. Как же здесь вкусно будет готовить романтические блюда. Фиолетовый цвет сейчас тоже на ваших экранах. Все в комплекте, все, что вы видите. Зеленый цвет тоже пока еще в наличии. Друзья, такие наборы молниеносно у нас исчезают, поэтому успевайте делать свой выгодный заказ. Вот этот казан у нас 4-литровый, со съемными ручками, кстати, с крышкой. 2-литровая кастрюля тоже со съемными ручками на кнопочках. Видите, ковш 16 сантиметров в диаметре. Внимание, он впервые появляется на шоп-н-шоу. И сковорода 20 сантиметров в диаметре. Это главное предложение нам сегодня представит, знаете кто? Шеф-повар 3-го разряда. Вы, наверное, никогда бы не могли догадаться, что этот наш маленький шеф-поваренок может накормить гильдию из 30 человек. Кто это? Кто это? Здравствуйте! Всем-всем-всем привет! Вы знаете, как пока Олег Сотников наслаждается в отпуске, мы решили сегодня посмотреть женским взглядом на кухню и рассказать, что же нам главное, когда мы вот заходим в самое классное место в нашем доме, в сердце нашего дома, это кухня. Лично для меня, Оль, как для женщины, важно, чтобы все было красиво. Поэтому наш набор в едином стиле украсит любую кухню. С помощью казана, ковша, сковороды, кастрюли можно варить, варить, тушить, запекать, даже жарить. Все можно делать, то есть угодить каждому. Более того, обрати внимание, что здесь у нас съемные ручки, а это значит, что мы с вами значительно сэкономим пространство на нашей плите. Это тоже очень удобно. Удобно, а еще удобно снять эту ручку и превратить любой предмет из нашего набора в форму для запекания. Здорово. Вот, например, обрати внимание, ты пожарила мяско, да? Так. И тебе нужно отправить его в духовку. Что ты будешь делать? Ты ведь возьмешь, переложишь это все в форму для выпечки, и у тебя потом гора посуды. Потом посуду мыть. Да, и опять наше время. А мы с вами экономим просто потому, что мы берем сырочек, посыпаем, берем за нашу ручку, которая не нагревается. Так. И маршируем отрядом к духовому шкафу. И вот так вот с помощью ручки мы отстегиваем ее, и у нас наша сковорода превращается в форму для выпечки. Более того, Оль, у меня знаешь, что в кармане есть? Чего? У меня здесь вот есть сантиметр, потому что я хочу измерить, что наш набор посуды входит даже в самый стандартный шкаф. У меня небольшая квартира, 33 квадратных метра. И посмотрите, стандартный шкаф 30 сантиметров у нас здесь. Отлично. И здесь у нас, смотрите, 35 сантиметров входит абсолютно в любой шкафчик. Дальше место остается. Конечно, смотрите, я беру другие ручки от кастрюли. И что мы делаем? Мы достаем шикарнейший ужин. Без прихваток. Который приготовили в кастрюле из нашего набора. Извиняемся. Так, мы идем дальше. Мы первый раз на кухне без Олега Сотникова. Хозяйничаем тут. Нормально, Олеженька, тебе привет. Так, смотрите, кусок мяса. Как удобно, когда пришел домой, не хочется готовить. Ты просто берешь этот кусок мяса, закидываешь в сковородку, в кастрюлю и отправляешь в духовку. И потом достаешь и начинаешь сервировать. Вот оно, это мясо. Вот они, эти овощи, которые вы сразу складываете и получаете красивое блюдо. Можете подавать супругу, сыну. И главное, что оно у нас пропеченное. Ведь здесь у нас, внимание, можно все это разрезать, и мы получаем с вами удивительное мясо. Внимание, так. Боже. Так. Какое замечательное мясо. Посмотрите. Смотри, какое нежное. Слушай, молодец, Лена. Сразу видно, шеф-повар 3-го разряда. Подождите, это еще не все. Внимание, что я вам хочу показать. Это еще не все. Ведь вы сегодня можете засервировать стол, выложить, например, все овощи, да, в тарелочку, красиво подать. А самое главное, не надо мыть, потому что эту кастрюлю вы можете просто протереть красиво, очень благодаря качественному, природному, натуральному покрытию. Протираете, и никакой мойки, никакого замачивания не нужно. Это все сегодня наш набор «Уральская коллекция». Глен, главное не признаваться, что мы тоже не любим мыть посуды, как мужчины, как наш шеф-повар России Олег Сотников. Все протираем, а не моем. Друзья, ну это счастье, конечно, посуда, которую не нужно даже оттирать. Отмывается элементарно, потому что это каменное покрытие, многослойное каменное. Друзья, уникальная цена действует только сегодня. 1999 рублей за комплект. Еще раз, комплект
комплекте вы получаете огромный казан, 4 литра сюда помещается, гостей приглашать будем. Так, смотрите, 6 предметов в итоге, скидка 2800 рублей, если разделить стоимость на количество предметов, получается 133 рубля за каждый предмет. Представляете? Это вообще невероятно. Цена действует только сегодня. И, кстати, ну, Лен, я знаю, что ты скоро переедешь на новую квартиру, я с чем тебя очень поздравляю. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, Леночка, вот ты с собой старые кастрюльки заберешь со старой квартиры или все-таки новые решил? Да нет, конечно, я буду все новое брать, потому что новая кухня, новая жизнь, новые предметы, тем более, которые так помогают нам быстро готовить. Обрати внимание, паста с морепродуктами, любая зажарка, все быстро готовится, да еще и не пригорает, потому что у нас здесь, внимание, особое антипригарное покрытие. Пока наш сырок плавится, давайте что-нибудь выложим вкусненького, например, плов, казан. Для этого нужно покупать его отдельно, и редко он получается, когда ты готовишь его в обычной кастрюле. А здесь же, посмотрите, рисинка к рисинке. Ага. Настолько он красивый, настолько он воздушный, уже хочется даже скорее позвать всю свою семью и похвастаться таким вкусным, аппетитным пловом. Вот так вот вы будете угощать ваших близких, потому что у вас есть набор посуды «Уральская коллекция». Борщ, завтраки. Посмотрите, во-первых, все у нас хорошо, не пригорает. Даже вот если мы сыр сейчас закинем сюда и будем видеть, что все происходит идеально. Поэтому звоните и успевайте. Вот он наш сырок, посмотри, Оль, не пригорает абсолютно. Вот оно у нас сегодня. Можно спокойно готовить. Угу. И более того, мы можем прямо сейчас закинуть еще и мяско, которое быстро очень поджарится. Сейчас будем засекать время, за сколько пожарится. А то, знаешь, иногда уже муж на пороге, думаешь, скорее бы что-то приготовить, а то злой будет, когда не накормленные мужики, они такие. Итак, друзья, готовим быстро, готовим с удовольствием. Съемные ручки, значит, используем и на плите, и в духовке. И впервые появляется ковш для печки куличей. Посмотрите, будем печь вкуснейшие куличи. Будем готовить вкуснее. И, кстати, вы сегодня можете заказать еще и чайник цвет в цвет к вашему набору из нержавеющей стали со свитком. Это главное предложение только сегодняшнего дня. Самое выгодное предложение. Смотри, какой вкусный. Успейте сделать свой выгодный заказ. Звоните, успевайте. Это главное предложение дня. Уральская коллекция. Хорошо, вкусно и просто. О, да.